Здравствуйте. Вот тот самый вход в бухту, в Севастопольскую бухту, за которую шло много сражений. Это вход, по сути, в центр, в самое сердце Севастополя. Сейчас я вам покажу памятные места. Очень красивая реконструкция вот этого здания, фортификационного сооружения. Расскажем вам немножко об истории. Ну, будьте с нами. Константиновский равелин. Постройка при царице Екатерине II. Своего рода форпост при входе в Севастопольскую бухту. Ой, тут холодно. Фу, тут холодильник. Какого числа? 10 мая собирается быть, да? Что это такое? Что, музей будет? Планируется, да, музей. Изначально собирались сделать здесь гостиницу, но я так понял, что финансово на гостиницу не хватило. Ну, вообще-то там гостиницу с такого делать, это было бы кощунство. Деньги отбивать? Нет. Все бы хотели, все бы получилось, но ух ты. Нужны деньги. Кстати, это орудие, они, возможно, стояли на втором этаже, на втором ярусе. На первом они покрупнее размером. А этот уже фактически, я там здесь был, орудийный расчет находился. А там где когда будет? Это печка такая, да? Наверное, когда все это только-только. До реконструкции. Это сейчас уже реконструкция, в принципе, проведена, да? Сейчас внутренний дворик, да, и внешний, именно сама батарея, проведена реконструкция. Еще остались окружающие, там мол, регистрировали подъезд. 30-й, точнее, батарея, все находится. Да. Нет.
Все, тебе даже не закрыли. Закрылась. Там так, такие же отсеки, как и здесь. Все, идут по кругу, да, ну, получается? Ну, не по кругу, а не на 207 метров. Открытие музея состоится в мае месяце. Мы вот первые зрители. Неофициальные. Здесь уже побывал Владимир Владимирович Путин. Смотрел, как идут работы. Мам, я тоже хочу тут. На лавочку встань. Давай на лавочку смотри. Слава, туда не надо лезть. Только не прыгать и не бегать. Идите куда? Что, там вода сразу? Ветра гуляют. Бывает сильнее. Зимой здесь, да. Это ж палубная доска. Нормально. 3 года уже держится. Чаек бакланов вокруг. Вот он вход в Северную бухту. Вход в Севастополь. Города доносится музыка. Вот.
открыла, открыто было, да? Вон, это вот здесь, где-то корабли затонувшие, да? По всей бухте? Реконструкция началась. При России уже, да? Так вот, красиво. Ой, еще одно историческое место Севастополя. Это памятник России. Памятник России? Россию символизирует. Отлит на Кыштымском бронзовом заводе. У нас бронзовое литье считалось лучшим, одним из лучших во всем мире. Интеграция была потрясающая. То, что здесь, это, конечно, жалкая копия. Одна из многочисленных, которые были сделаны. Ага. А в 1900 году она участвовала во всемирной выставке в Париже. А у нас была отдельная палатка, где представлены были бронзовые литья со всей России. Угу. Вот. Вика, и ручку поранишь, смотри. Президент Франции был настолько поражен качеством, сказал, что ну, я хочу купить всю палатку вашу, угу. Все экспонаты. Вышел наш представитель и сказал, ну, можете взять, конечно, всю палатку, но, говорит, Россия не продается. Да, пошло. Ага, Россия не продается, да? Да, символизирует собой женщина, которая защищает щитом корону Российской империи, скипетр, угу. И державу. Угу. Дань княгиня Ольга. Княгиня Ольга? Подрастала. Да. Это тут тоже музейное что-то будет? Нет, это палатка, в которой Путин встречал гостей. Принимал, точнее. Что-то было закрыто, что-то было разломали, разбили.
уже тут сжали, были подъемные стены, они до сих пор остались некоторые. Механизмы уже поснимали. Разврагали его. Элементы, ну, кондиционеры. Что-то задвинуто, температура 40 там установлена. Такое вот интересное место. Внизу, что памятник я вам показывала, это один из первых памятников в реестре севастопольских памятников, которые поставили после Второй мировой войны. Вот так вот, ребята, такое место. Это уже современное сооружение для приема гостей. Корабельные пушки. Северная сторона Севастополя. Здесь много воинских частей. Вот это место, одна из них. Много пансионатов, мини-пансионатов, частных пансионатов. Здесь очень хорошие пляжи по ту сторону. И чистейший воздух, в отличие от центра Севастополя. Такие вот есть дверцы. Ку-ку! Кто-то что делает? Мы открыли. Ух ты! Что-то тут все крутится, вертится. Закрыть. Смотри, в голову придавишь. Вот это да, пушка! И орудия сюда закладывались так раз. Это наша мощь была. Парус в море. Зачем? А вот это что? У нас какие-то ступеньки. Какие-то ящики из-под оружия. Да, ящики из-под оружия такие. Что-то тут было. Сюда, наверное, подавались боеприпасы. Вот такое вот интересное место. Вот здесь, наверное, стояли какие-то оружия. Здесь подход был, да, подносили боеприпасы, я так думаю. Такое укрепление. Ящики из-под оружия до сих пор здесь есть.
подход. Там какой-то вход. Такое вот есть еще место интересное. Ящики. Вот такие вот. Штуки. Темно. Ой, что-то тут такое-то. Еще темное. А дальше тоже темнее. Что орёшь-то? Большой паук. Какой паук? Вот. Ты что-то придумала, паук. Ого, оно глубокое, оно такое длинное. Тут фонарик надо, чтобы гулять. Ну-ка, сейчас мама достанет. Какой фонарик? Да я подержу. Я включу фонарик. Дай мне включу. Так, сейчас включим фонарик. Да, я подержу. Ой, все равно ничего не видно. Надо очень большую. Какие-то тут. Да, я подержу. Я подержу. Так, ладно, идемте туда. Да, дай подержу. Не трогайте тут ничего. Не понимаю. Тут опасно. Какой-то мусор. Тут вот есть такие просветы, окошки. Вот такое вот место интересное. Может, когда-то и в порядок приведу. Хода. Ходы. Да, вот такие вот хода. Под землей. О, тут, конечно, вот как-то так это все выглядит. Вот тут внизу еще вход. И куша.